1 сентября в штатном режиме дворец спорта «Полет» распахнул свои двери. Наконец, юные и уже опытные хоккеисты могут начинать тренироваться уже сейчас. Этого поистине долгожданного момента ждали не только спортсмены, но и все жители нашего города. Для того, чтобы иметь возможность в Рыбинске наблюдать за такой захватывающей игрой, как хоккей. Реконструкция «Полета» шла больше года. За это время успели целиком и полностью отремонтировать 16 тысяч квадратных метров. На ледовой арене заменили сиденья, борты, стекла, установили новое оборудование. И все это не может не радовать глаз. Самое главное наше все-таки изменение – то, что ледовая арена может использоваться круглый год, в том числе и летом. В этом году мы провели испытания в 32 градуса, арена работала исправно. Раньше сезонность у нас все-таки была большая. Поставили новую вентиляционную установку, проще сказать, кондиционер, который будет, климат создает на арене. На территорию обновленного спортивного комплекса въезжает дюшор номер один. Для этого подготовили два современных оборудованных зала для занятий гимнастикой и греко-римской борьбой. Помимо тренировки молодых спортсменов, на стадионе планируются и матчи крупного масштаба. Подготовка сетки соревнований на сезон 2014-2015 года идет полным ходом. Известно, что уже 14 сентября «Локомотив» сразится с командой «Череповца». Что касается времяпровождения на коньках всех желающих рыбинцев, то это будет возможно уже со следующей недели.